крови, если у кого-то есть желание лишняя кровь. Маршрут. Маршрут идет по юдекому центру, на юдекому даре. Кто захочет ознакомиться, очень долго длинное письмо. В конце мы просим. Да, в любом случае, сохранить свою жизнь и здоровье для дальнейшей борьбы на благо и процветание нашей Родины, Ленки Украины. Пишаємося нашою громадою, бо сьогодні уся Україна бачить, що Слов'янськ – це Україна. Слов'янськ – це Україна. Слов'янськ – це Україна. Слов'янськ – це Україна. Сегодня, ну, на жаль, мы встречаемся, у нас сегодня два повода. Первый, это все-таки мы шануем память усіх жертв, які загинули в результате терактов. И это и Волноваха, и Донецк, и Краматорск, и последнее, вы помните, это Артемов был. Вот, поэтому сегодня на наших прапорах черные стрички. Вот, уже мы почтили их память минутой молчания. Но сегодня есть еще и другой повод. И я, наверное, как многие из вас, сегодня утро начал, ну, я начал со звонков на передовую к своим ребятам из своего батальона. Вот с одним вопросом.
есть тишина. Они подтверждают, есть тишина. Поэтому сегодня есть надежда. Есть надежда на то, что наступил наконец тот перелом, которого мы все так ждем. Что наконец-то, возможно, настанет мир. Попросив їх просто підключитися до краматорчан, щоб вони проявляли свою активну позицію. Я оце зараз тільки що просто згадав, а вони мені сказали, так а для чого? Сумі, війна не ушла, вона просто завмерла на деякий час. А вже як надовго, хотів сказати, будь ласка. Еще один. А вот. Это чей? Это мой. Здесь много. У нас уже есть. Посмотрим на вас. Марин, а? Оля, Валерий, я здесь.